Да работает, Твич. Работай. Заработал. Окей. Так, ну что там, грязда у нас? Пробился? Пробился, нифига он, соточку рухов. Так, ну у нас сейчас самое интересное будет, будем накрывать грязду. Грязюнчика. Жаль, конечно, не удалось собрать мне еще АУДТ. Он бы охренел. ПКН, АУДТ, красный шар. Жаль, этот шлем далеко валяется, но никак я за ним не успею. Он быстрее сдастся. До 10 ангелов, до 10 узов. Это что, вся армия его, что ли? Что осталось? Это вообще не очень. Они алмазные. Духи квест охраняют. Не мой, не мой, кстати, либо я его просто. Палит, не палит улик, интересно. Наверное, должен палить улик. Значит, не спалил, походу. Га он бегать там. Что там, живые еще остались? Живые наступают. Нифига он бегает там. Алло, а что так много бегаешь-то? Охреневший. Получается, он так, он на разгоне был, что так много прибежал-то. А я добегу? Интересно. Но если не посещать, если не идти за шаклами, то добегу, потому что если за шаклами идти, то раз, два. Три, четыре. Теория-то добегу. Теория-то добегу. У меня 2288. 2228. Нет, 288. Ну блин, ну это такое себе. Опять же. Тут до колодца у нас. Тут колодцев нет по пути. О. Фишка сошли об адмирала, тут воды нету. Он бы не смог провернуть этот мув. Видимо, придется без шаклов его убивать. Ну ладно. Окей. Хотя, даже без лечей, возможно, придется его убивать. А, ну могу убить некро-коняк. У меня плюс 6 ол.
на гашу, плюс 6 тол на гашу, 7 статы будут. А, учитывая, не, плюс 4 вол только у него. Или дать грязи еще танц, денек, курить бамбук. Он же в утопу полезет. Засранец такой. Знаю я его. Заберет он улей, заберет меч. В утопу полезет. Голызу раскручивать. Не, у меня уже нагаш есть с экспертной некро. По Изра пока получит этот экспертный некро. Недельку. Не, ну это просто уже. На самом деле, не совсем уважение к сопернику будет. Мы ведь все-таки не на ставку играем, чтобы мне затягивать. Если бы мы играли на ставку, он бы на первой неделе, увидев Луну, сдался бы и все. И ничего бы не было. Бери к тому времени, сам сольется. Не исключено. А, ну он уже решил сейчас улик ломать. Надеюсь, он сейчас какой-нибудь септеный не полезет в утопку. Никто не видел первый снег, он до земли не долетал, а тот, что видели, не тот. Проходит день, проходит век, проходят зимы и лета, тем самым снегом жизнь идет. Нархи так редко хочет дипломатии, пока я на куче мяса. Посмотрим, думаю, может быть в августе получится и анархию постримить побольше. В среду у нас планируется очередной матч 2x2, мы с Хиваной. Будем в очередной раз гореть и унижать каких-нибудь оппонентов. Угу. И мечик забрал, как я и говорил. Правда, у него денег нет нифига, ресурсов дофига. Так что, мне кажется, хватит ему мув это делать. Согрев дыхание стекло, сквозь сталый круг увидеть мир. Ну, кстати, учитывая, что лечей у меня нету, мяса-то у меня не так много. И чем убивать его? Эпохой 900. Болт 500. Ну да, кстати. Типа, что надо еще мишек чем-то пинать. Чем мишек пинать, в том-то и дело. Тут еще мишек бы чем-нибудь запинать. 20-49 так-то не хухры-мухры. То есть мне получается... Не, я не догоню... его сегодня, у меня мув слишком мало. У меня всего 2200 даже с экспертной логистикой. Пойдем сегодня в конюшню спокойно, заберем
Блин, ну после утоп могут статы вырасти, конечно. Прекрасно так будет. Можно, правда, сразу лечей на гашем прибить, чтобы не тратить много молний. Не, стоп. На гаш у меня идет пробиваться сюда. А изра куда? Есть что-нибудь такое подходящее для изры? Только если улик вот этот. Это чуть-чуть совсем. Нет ничего такого вкусного рядом-рядом, кроме ГО. Но ГО сыпет мне немного пинать. И я пинать его буду луной, чтобы докачать землю. А и то не хватит, скорее всего. 11 тысяч экспо надо, дофига. Я поржу, если ты еще проиграешь. Сейчас посмотрим, если у него армия не на... Блин, лол. У тебя есть право помечтать, что это наша земля. У тебя есть право полюбить великих хозяев Кремля. У тебя есть право убежать, пока открыты границы. У тебя есть право не понять, как может все измениться. Прости, прости. Короче, походу растянется наше ожидание. Походу у Гризи там случился краш, он сейчас будет перехаживать. По крайней мере, с рухами не придется ему драться. У тебя есть право умереть и этим скинуть оковы. У тебя есть право продавать, среди палачей будешь новым. Прости, прости, если ты не хочешь слышать об этом. Прости, прости, но все остальное только обязанности. Прости, но это повод одно поменять, а другое спасти. Прости, прости. А, лол, так у него автосейф есть, окей. А, у него армия там на Дессе был. У него даже не на Гунаре, а на Дессе. Пойдем ломать. Я даже без ПКН пойду, просто ману тупо пополню сейчас. Можно, кстати, еще притащить. А как притащить? Никак я не притащу. Здесь никого нету. Да, никак я не притащу, чтобы еще больше маны было. А, у тебя же интеллект есть. Лук. Точно. Так, у меня 1800. 1500. 1500. Ой, ёма на мораль. А я не могу прыгнуть. Я не могу прыгнуть к мишкам. 300 получается раз ДД, 2 ДД, это 700, 790, 790.
лучшем случае куда-то сюда. 1190. Сюда. Просто не хватает мне, чтобы сегодня накрыть его. Далеко убежал засранец. Бежал засранец далеко. Тогда пошли за шаклами. Так, далее. Раз, два, три. Кстати, отсюда будет, наверное, быстрее, потому что отсюда я смогу... этого я смогу... Раз, два, три. А, сапоги сгонять забрать. Даже, наверное, не тратить мобы. Кто-нибудь другим гонять. Ну, Кейтлин может гонять. Даже не Кейтлин, а... Кейтлин далеко. Ага, да, вот так. Разбиться. Эту таверну. Изра же. Фу, блин. Может, испугаться. Так, у меня еще одна ДД луной есть. Может она пойти вот сюда, к примеру. Или... Я сделаю ДД. Так, у меня нет никаких воровских войск. Нема. Нема. 23. Блин, я опять про Изру забыл. На этот раз я ее закрыл. Наверное, все-таки надо как сделать. О, еще Гошанчик заехал. Лу. Нет, стоп, Настя, вот так. Ай, фак, я забыл. Фу, идиот. Я забыл. Ладно. И кончилось бабло. Ло-ло-ло-ло-ло. А что так мало-то? А, потому что надо надеть вот это барахло. Так, а что, есть еще где денег добыть? Негде? Правильно. Так, надо скелетов уволить. Кентавров тоже нахрен не нужны. Не согласен. Нак, запер. Запер
все не так. Если пришла пора сделать шаг. Оп. Если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. По 9. Маловато будет. Там не найти людей, там нет машин. Есть только 7 путей, и ты один. И как повернуть туда, Опс. Где светит твоя звезда? Идет он в воздух, отлично. Ты выбираешь. 46 лечей. Так. Так. Перекресток семи дорог. Нагашана денег нет. Денег у меня вообще нет. Перекресток семи. Где денег взять? Не скажешь. Жизнь моя. Эх, дал бы кто взаймы до будущей весны. Потом забыл об этом. Все мне кажется, я опять на тебе стою. Ладно, по барабану, короче. Сколько минуло лет, сколько дней. Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. Корон или в конденс, или вот сюда? Вот только одна беда. Раз. Все мне кажется, я на нем свернул в никуда. Двас. Перекресток семи дорог. А может быть, не глаз. Ну, куда-то сюда глаз, наверное, да. Жизнь моя. Пешочком. Пусть загнал я судьбу. Рис. Четырис и замок. Выбираем. А замка покупается какой-нибудь хакиш. И убивает. Да, идем в конденс. Только здесь надо вот этого уволить нафиг. Блин, хорош, жалко. Так, снимаем эту хрень, надеваем эту. Это. Перекресток семи дорог. Вот и я. У нас по морали. Нейтральная. Перекресток семи дорог. Жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою. Но в нормально. Не пел краю. То, что здесь все мне кажется, я барабану. Опять на тебе. Или как? Так, сапоги надел. Сапоги надел, пока не нужен. Шаклы. Это было это. Ну и все, в принципе. А ты у нас, если что, притащишь еще кому-нибудь. Ну там у меня Гашан, кстати, есть. У меня, кстати, у меня только на одно ТП хватает. Так, у нас тут таверна. У нас тут таверна, а у меня денег нету. Денег. Когда нет денег, нет любви. Окай. Игра удалась, когда можешь себе позволить 700 костей. Ну, у меня там не 700 было. Конечно. Что за коробка за фенами? Слетай на ней за КВ. Да ну, далеко. Толку от этого никакого. Ну, разве что, кстати, Томику можно было выгрузить куда-то к кому?
кому ее можно было выгрузить. Я даже не знаю, к кому. Да и похрень, пусть дома сидит, будет бамбук. Игра в кошки-мышки, остался ровно один ход. Ну, в принципе, скорее всего, да. Я просто нагашем в следующем раунде накрою его и все. 88 личей там подразвалят всю, весь его мусор. Нормально, луна 3600 бегает, совсем чуть-чуть. Главное, чтобы... А, ну в принципе ей надо что? Ей надо 4 ДД только, по сути. Да музыка нормальная, просто песня тихая. Сгонял, добрал еще улик один. Ну, кстати, тут у него вообще мало, до 10 показывает. То есть этот улик оказался вообще мелким. Учитывая, что у него показывало до 10 на прошлый ход. И тут еще плюс вот этот улик. Получается, он тоже мелкий. Ангелов у троих до 5, а было 5-9, то есть там, скорее всего, в ангелов, ну, не больше 7, скажем так, скорее всего, 6 или 5 даже. Пойдет сейчас, пробьет уток и, возможно, будет ломать утопку, хотя очень стрёмно, конечно. Для него, учитывая его мясо, его статы, 9-8 это не все статы, там были больше. Ну, большую он точно не сломает, макси, трешка сразу отметаются, то есть, скорее всего, 1-2 он полезет, потому что надо тупо. И если в утопе ничего нету, он, может быть, даже и сдастся. Ну, статы на Луне не такие большие. Хотя большие. Но он не видел, есть ли у меня контроль еще.
Если, конечно, ему там не заспойлерили ничего. Ну-ка, я там сблизи хоть нормально. В очечках-то получу. Рейтинг. Ну, сблизи. Сблизи. Сезоном 164, 12, 8. Общий. Ну, в районе 5-12 очков получу за сблизи, наверное. Сейчас бы на сезонные очки запотеть. Ну, конечно, сейчас же сезонные очки начали влиять на что-то. Сейчас как минимум сезонные очки влияют на жеребьевку в ОФБ. Кстати, после этой утопки у него будет мув. О, взял утопку он. У него будет мув, и он может еще даже попробовать нижнюю утопку взять, если у него, конечно, мясо там нормально осталось, и он спалит ее. Ну, по идее, он... Нет, пока он ее не видит, по идее. Это было. Ах, он говнюк какой! Ах, он какой говнюк! Он ТП получил. Вот четырок. То есть мне в рампорт надо будет прыгать. Блин, сейчас он еще свалит куда-то. Башню. А я добегу до него. Мне вот интересно. Мне все не так. По-видимому, я дурак. Он по невинному.
Блин, а я еще не допрыгиваю. Ну хотя, ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь надо. То есть это вот на вот эту клетку надо вставать, я так понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь надо. То есть на вот эту клетку надо вставать, чтобы прыгнуть вот сюда. У меня 2000. Блин, надо было на Англию разгонять. Так, ну допустим, здесь сколько? 160, 130, 260, 300, 90, 490, 530, 830, 830 вот до сюда. А, у меня же 2 ДД есть, отлично, тогда хватит, да. Тогда забираем этот замок. Забираем этот замок на Гашем. И отсюда я уже луной с 4 ДД. Или он куда свалил-то, гад? Или он в подземку же свалил? Не, ну в подземку-то я достану его вот отсюда. По идее. Раз, как-нибудь, два, три, четыре. Тогда я достану до этого замка. А, он уже вот здесь, ни хрена себе. Фига он побегал. А, ну тогда все по плану, забираем этот замок и убиваем его. Смотрим. Хрень. На ангелов. На 13. Так, флайм. И поехали. Хватит мне этого мяса, чтобы убить его. 88 лечей. А чем он будет убивать 88 лечей-то? Вообще тупо нечем убивать их. Ангелами он не убьет. С другой стороны, у меня своих 7 ангелов, там Нагаш с неплохими статами и кучей маны, и будет. Так, погнали, забираем все вот тут флаг, флай и 4 дд, это хватит мне. Так, а если же мне сыграть через по дорожке пробежаться, так будет проще мне?
месить, месить, месить скелетончик. Ну что, еще каточку? Только надо будет похавать сделать. Кажется, что мы давно не живы. Зажглись и потихоньку догорим. Когда нас много, начинается пожар. И горы... Интернет лагает. Похоже на крематорий. Подлагивает. Ой, гризи, такой гризи. Так, ладно, погнали. Теперь я буду красным со старта.
Ладно, оставлю таймер такой, как есть. Даю Гризе шансов, нет. Ну надо же было это проверить его. А вдруг согласился бы? Сыза нам зашла на быстрых дорогах против Некро. Сыска. 500 монет. Блин, там скелеты стоят. Фак, 100 монет не хватило. Не, ну понятно, это изи. 1-1. Ничего нету. Ничего. Надо было цельку попробовать купить все-таки. Так, ну пока рестартимся. Я взял первый рестарт, ничего там не было. Сейчас пока напишу отчетик. Опять по три замка сдает. Со мной.
Да ёма на мораль. Увидел Изру, обрадовался, увидел три замка. Не обрадовался. Надо героев ибутнуть. Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой.